Всем привет, с вами Шуха, это первый выпуск нового формата, где я захожу на аккаунт после стадии лайнинга в промежутке от 10 до 15 минуты и пытаюсь выиграть игру вне зависимости от старта. Как правило, чаще всего я буду заходить после сложного лайнинга с наихудшими условиями для себя. Участник рубрики, а именно подписчик, будет сам выбирать героя, на котором он будет отыгрывать первые 15 минут. Подписывайтесь на канал и группу ВК, где вы сможете поучаствовать в различных рубриках на моем канале, всего лишь оставив заявку в обсуждениях. Сегодня я хотел бы поговорить о голосовом помощнике на основе искусственного интеллекта для геймеров под названием Gosu AI. Gosu – это отдельное приложение, которое работает как ваш игровой друг или тренер. Во время моих игр с использованием Gosu мне давали советы в режиме реального времени о наиболее успешной раскачке спылов и покупке актуальных предметов именно для этой катки, о том, как выиграть линию, напоминание о стаке кемпов и появлении рун. Use Quelling Blade to cut the trees in the safe lane to allow your support to pull the big neutral camps easily. Bounty runes are about to respawn. Для тех, кто уже знаком с Gosu, у меня есть отличные новости. Gosu стал партнером Overwolf и сделал их приложение абсолютно бесплатным для всех. И нет, это не ограниченная по времени акция. Приложение бесплатно и простое в использовании, поэтому иди и попробуй сам. Я оставлю ссылку для скачивания в описании к видео, или вы можете посетить магазин приложения Overwolf или домашнюю страницу Gosu и скачать приложение оттуда. Пацан решил все бабки. Тут, конечно, руинит. Сколько бабок мы потеряли из-за него. Где-то в правилах написано, что я должен первый пикнуть. Вот долбоёбы. Да уж. Ну, чувствую, игра будет веселой. Удачи. Как вы поняли, я слышал, что игра будет веселой, так как я увидел, что там пятерка пуш и линия в разы сильнее, а именно Виз плюс Баланар. Ну что ж, давайте посмотрим, как будет проходить лайнинг. Что за хуйня? Заебали, блять, а? Сука, ебаный ты пидорас, а? Заебал, блять. Ночь и ночь, блять. Вот тут хороший момент для переагривания крипов на дальника. Да, ты пытался это сделать, но стоял далеко от рейнджа агро-крипов. Поэтому даже с двух попыток у тебя не вышло. Как мы видим, за две пачки крипов ты забрал только одного. Это очень плохой результат и микро на лайнинге. Даже если не получается вручную добить, то как минимум на дальнего крипа никогда не жалей спел. Только что было огромное количество крипов, а именно два дальника и два милишника, плюс через пару сек должна была подойти еще одна пачка. Очевидно, Виз бежит к кемпу не просто так, а чтобы выпулить большую пачку. В итоге вместо 8 крипов к тебе приходит один. Но тебя это не особо беспокоит, потому что когда ты это заметил, ты лишился уже 5 крипов. Также ты решил закупиться только когда у тебя появилось 600 плюс голды, хотя давно мог принести стик или в резбенд. Да, керри по всей видимости не твое, хотя играешь только на корах. Просто посмотрев на минуту и крипстат, можно сделать выводы, что если ты добиваешь крипа в минуту, то скорее всего лучше поменять роль. В общем, так как я понял, что дело пахнет жареным, решил я подключиться после 10 минуты, а не после 15. Крипстат 25 крипов, 7 левел без стиков, с солрингом и врезбендом. Ну что, погнали. Сейчас, сек. Сейчас, секунду, ребят, перезайду я. Благай. Так вот. Го пропущу.
тоже. Дайте топорик. Дай топорик. В общем, как вы поняли, фармить радик и так далее уже не было смысла, поэтому я решил купить бэдмел и манту, предметы, с которыми я могу внести максимальный импакт в данной ситуации, к тому же их несложно нафармить. А к дракам я подключаюсь только с ультимейтом, таким был мой план. Пожрите. Его тоже. О, гармат. Отлично, гоу товар. Руны я заберу. Оставьте мне эту линию, я ТП потратил сюда. Фарм оставьте. Ты можешь дать мне топорик, а? Мне для фарма надо. А мне релокет нажали. Ставь немало. Они уходят, кого остальных ловить? Кого остальных ловить? Сейчас вернется сюда висп. Виспа надо убить. Снайпер убили. Слабо, он с нами не дерется.
драться будем? Будем драться? Вардит стоит прямо здесь где-то. Когда все враги были живы, я старался пушить сайд линии, то есть стягивал на одну, а сам шел на другую, и таким образом могла бы получиться хорошая драка. Потому что кто-то из врагов вынужден отпушивать, а другие могут подставиться. В это время я толкаю другую линию, а в драку могу прилететь в любой момент через ультимейт. Там ночи нет, теперь точно надо драться. Просветки купить, там глиммер есть и инвокер инвиз. Хороший нет. Вот. Отлично. Вот топи, там крипы близко. Т2 сломаем. Топ. Можно отойти, там ночь есть. У меня ульта нету. Бэк. Сейчас за него все сдохнут. Короче, уходи снайпер. Ты ничего нет, надо подождать, можно пойти. А чё птицами не добьешь, барак? Абдон руинер тут. А ты не можешь просто с нами пойти, и мы как бы сломаем им все? Зачем байтиться на кого-то, что-то делать? Башит меня.
В итоге удалось победить. Заметил, что спектра очень сильный герой в данной мете, так что пикайте, не пожалеете. А по поводу игры, выиграли за счет хорошей координации и стягивания врагов. Также все время фармил и врывался в драку с ультимейтом, а не бегал бессмысленно с командой. Если понравилось видео, в таком случае не забывайте про лайки.